Now it's some motherfucking sensei coming through. Bucking on his muscles, throwing elbows in the muscle. What it do? Katana blade sharp, I'll take your motherfucking heart. Bang my head against the wall up in the motherfucking dark. Creeping on these fucking buses, take that motherfucking life. I'm also known as Captain Levi, cause I swing my blades on night. Now you looking at a titan and you walking off the night. Stepping inside of the shadows where we don't believe in light. Creeping out the fucking darkness, come blood the nigga. I'm heartless, licking on my fucking blade, making sure that shit is sharp and look me straight into my eyes. So my baby is your demise. Hunting down these suckers and they suck. В последнее время мне в личку поступает достаточно много вопросов по BMW, тонких вопросов, популярных вопросов. И один из них — это вопрос про то, как я сделал одномассовый маховик на М62. Вернее, как на него перейти, но обо всем по порядку, и сегодняшнее видео я как раз этому и посвящаю. Итак, собственно, в чем же состоит проблема? Проблема состоит во времени, которое идет и убивает двухмассовые маховики. Маховики эти разбиваются, вернее, разбиваются пружинки в них, и эти демпферы уже не работают, появляется неприятный звук, стук, грюк, удары в трансмиссии, вибрации и так далее. То есть это такая очень неприятная проблема, с которой люди сталкиваются на механике, на М62, да и на М60 моторах также. Как же с этим бороться? Выхода из положения три. То есть первый — смешной. Покупка нового маховика, там цена конская, там то ли 700, то ли 1000 евро, ну, сумасшедшие деньги. Никто этим заморачиваться не будет, так как, ну, это не актуально для машины такого года выпуска и, собственно, такой ценовой политики. Второй момент — реставрация. Ну, тут похожая ситуация, как с ваносами на М62. То есть, ну, поможет, не поможет, в большинстве случаев не помогает. Третий вариант — колхозный, заварка. То есть заварили сам маховик, все, и получается у вас полностью бездемпферное сцепление. В принципе, ездить можно. Ну, только получается, будет очень тяжело трогаться с места, либо с пробуксовками, либо глохнуть постоянно будете. Да и по трансмиссии тоже хорошенькие удары будет получать вся система, потому я не советую этого делать. И, собственно, то, чему это видео посвящается. Это одномассовый маховик на М62. Как его сделать, с чем его едят? Собственно, у меня на этой машине, это 4.4, М62 ТУ, стоял автомат. Автомат работал прекрасно, но у меня руки чешутся постоянно, потому я поставил механику сюда. Начинал установку с того, что я нашел маховик, так как у меня уже был опыт свапа на механику на предыдущих моих BMW. Я этим занялся вполне спокойно, я знал, с чего нужно начать. Начать нужно было с маховика и сцепления. Вот. Потому я в таком спокойном режиме искал, искал, искал. В итоге мне выпало, ну, за очень дешевые деньги одномассовый маховик на М62, и я его прям сразу на лету и выкупил. Так, с чего же он, собственно, состоит? То есть я хочу, чтобы вы понимали, я это дело не изобретал, я это дело купил и просто разобрался в этом всем. Итак, что такое одномассовый маховик, как его сделать вам, собственно? Перед вами автоматный маховик от М62 мотора. Он легкий, он тонкий, прочный, и это основа, основа одномассового маховика. Вот такие вот штуки продаются на разборках очень дешево, они никому не нужны, и, ну, проблема его найти не составит. То есть в первую очередь покупайте вот такую вот ерунду. Потом вам нужно будет купить маховик донорский, так называемый, то есть то, с чего будет браться рабочая поверхность и к чему будет, собственно, само сцепление докупаться. В первую очередь, конечно же, вам нужно взять будет именно одномассовый маховик. Одномассовый маховик либо с М20, либо с М30. Дело в том, что немножко так отойдем в сторону темы. В чем же сложность, собственно, установки, да? Почему нельзя взять с М30 просто одномассовый маховик и не впендюрить его на М62? Сложность номер один в том, что посадочных отверстий на V-образнике 9, а на рядной шестерке их 8. Естественно, они не совпадают. Потому это уже вариант просто впендюрить отпадает. Через проставку это тоже ерунда. Следующий момент — расположение венца под датчик коленвала. Здесь он также находится вот на этом рэпере, да? То есть на венце прямо находится еще вот рэперный венец дополнительный под датчик коленвала. Потому просто ищите одномассовый маховик М30 либо М20. На 240, конечно же, в идеале было бы его взять, 240 мм, да? Но, к сожалению,
эта вся штука уже в дефиците, потому как на 240 уже разбирают на рядники, на строкеры М50Б30, на М54Б30. Там тоже все двухмассовые маховики разваливаются. И, в общем-то, найти вам будет его тяжело. У меня стоит на 228. То есть я уже купил его с готовым 228. Я вам так скажу, оно держит более чем нормально. Мой личный опыт, это, ну, когда это все ставилось, это было все как бы, ну, экспериментальным опытным путем. И я думал, что, возможно, там распилю его, но я его распиливать не стал. Имею в виду, то есть растачивается рабочая поверхность. То есть, ну, короче говоря, вам его хватит, вот поверьте мне на слово. У меня на 228 сейчас стоит новое дисцепление, новая корзина. И трендюлей отдавал, и снимал потом мотор, мерил дисцепление, он как был 10 мм, так и остался 10 мм. Потому, ну, грубо говоря, на ваш век хватит, на 3-4 года сцепления вот так вот хватит, если вы не долбанутый какой-то наездник. Потому ставьте на 228, а если уж приспичит, ну, блин, проточите поверхность на 240, и будет вам счастье. И ставите сцепление себе на 240, диски, корзину. Так, возвращаемся, в общем, к тому, как сделать, собственно, маховик, да? Как я уже сказал, утыкаемся в отверстие, утыкаемся в датчик коленвала. То есть именно поэтому берем за основу автоматный маховик. Следующий. Есть донорский, есть основной. Выставляем его соосно. Я не помню, вот это вот центральное отверстие, оно такое же, как нарядник, я вот не помню, вот хоть убейте, потому как я его не делал, я просто технологию понял, как его изготавливать. То есть, если оно не соосно, идете к токарю, он вытачивает вам втулки, то есть, чтобы втулка была сюда и втулка туда, и выставилось оно центрально соосно. Потом с обратной стороны вы сверливаете отверстие, прирезаете маховик автомата плоскости маховика донорского. То есть. Потом несете донорский маховик к токарю. Токарь, вот я вам на этом просто покажу, вы сверлили, ну, не знаю, как это правильно, выфрезеровывает центральное посадочное отверстие болтов, где 8 штук на донорском маховике, потому как это у нас будет рабочая именно плоскость, которая прикручивается к коленвалу. И снимает венец. Он вам также не нужен, так что венец остается же ваш. То есть посадочные отверстия остаются ваши, венец остается ваш. То есть проблем с датчиком коленвала не будет. Проблем с зацеплением на стартере тоже не будет. Вот, то есть это все упрощает 250 раз. Вот, то есть вам он отдает все, заготовку, на которую у вас уже прикручена заранее. То есть уже соосно вы выставили, ни туда, ни туда. Она уже четко будет стоять, так как вы ее прирезали. Вот. И все, следующий момент, это все несете в балансировочную контору. Собственно, в это все упирается, потому как очень мало таких контор. Если вы найдете контору, где вам отбалансируют маховик, это будет очень классно. Но балансировать маховик обязательно. Моя история состояла в том, что я купил маховик неотбалансированный, слегка кривоватый по плоскости, и мы его поставили на машину, пошла дикая вибрация. Сразу поняли, в чем дело, то есть это был маховик кривой. Отнесли в контору по балансировке, там проканифолили где-то 3 недели этот маховик. В итоге, в общем, отбалансировали, поставили, и все, проблемы нет. Все хорошо, потому обязательно балансируйте маховик. Балансировка нужна, балансировка ведь нужна и по осям, то есть по этой плоскости, и, ну, чтобы не так не играл, и в продольной плоскости друг относительно друга. Вот. То есть это очень-очень важный момент. Ну, собственно, на этом все. То есть получается так, что у вас рабочее сцепление, одномассовый маховик, дешевое сцепление. Естественно, сцепление у вас будет такое же, как донорский маховик. То есть вы должны это себе запомнить, выписать где-то на лбу, написать, что у меня там маховик такой-то, и сцепление нужно от такой-то машины искать. Вот. Ну вот и на этом все сложности заканчиваются. То есть корзина у вас будет новая, дешевое дисцепление будет демпферный, дешевый, новый. И все, забыли о проблеме сцепления на V-образниках навсегда. Главное отбалансировать, главное соусно все выставить. Сложностей никаких нету. И вот хотел бы еще отметить следующий момент, который заключается не в самом маховике, а установке его на машину. Ну, для наглядности, да? Сделаем так. То есть вы видите, с этой стороны у нас двигатель, с этой стороны коробка. Маховик стоит, собственно, вот таким вот образом, да. И, ну, немножко развернем, чтобы стало понятно. Получается у нас какой момент. Стандартный двухмассовый маховик, он немножко уже.
А получившийся ваш одномассовый маховик будет шире. И плюс корзина, грубо говоря, да, и дистанция до лапки переключения передач, которая выжимает саму корзину, уже сократится. То есть с этим, опять же, я столкнулся, и чтобы вам упростить жизнь, вот рассказываю. Поставите коробку, ну, придется просто помучиться, несколько раз снять, поставить коробку. У меня получилось так, что мы все собрали, поставили на всем стандарте, и сцепление было подвыжато. То есть сцепление сразу начало буксовать. Каким это образом лечится? Просто заезжайте на яму, либо на подъемник, вытягиваете рабочий цилиндр сцепления, тот, который сам выжимает лапку, и пробуйте рукой, насколько поджата именно вот эта лапка переключения, вилка, ну не знаю, как правильно еще назвать. Если сильно поджата, снимаете коробку и опытным путем вот эту вилку просто, ну, гнете, подтачиваете болгаркой, там как-то, что хотите, то и думайте. Ну, ее соосно отодвиньте немножко в сторону коробки, чтобы освободить корзину, чтобы она не была поджата. Там поставили, опять поджато, опять сняли, опять подтянули, там подпилили, поставили, попробовали. То есть слишком много тоже не надо, чтобы у нее было такое, чтобы она не гуляла, тоже так нельзя делать. Потому как у вас будет недожим, у рабочего цилиндра сцепления свой же небольшой ход есть. Потому вот таким вот опытным путем, ну раз там 5-6, возможно, придется снять, поставить коробку. Но в итоге у вас получится полностью рабочее сцепление нормальное, отрегулированное именно, что не будет недожима, что не будет у вас воздушная педаль, где-то в конце она брать, потом вы не можете даже вставить передачу, бывает и такое. Вот. Либо сцепление будет буксовать, а вы будете потом решить, да я вот купил на 228, оно буксует, надо было на 240. Нет, ребят, ну сцепление буксует где-то там в пике момента, где-то после 4000, все, тогда начинается уже, возможно, пробуксовка, если оно не держит. Но не в начале, где-то не на низких оборотах. Вот и все премудрости. Ничего сложного в этом нет, просто дистанцировать нужно слегка эту лапку, и будет у вас счастье. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и обязательно прошу ваший, так сказать, фидбэк именно, в плане том, что если кто-то где-то, я уже прям жопой чувствую, есть люди, которые столкнутся с этой проблемой, и они начнут это все, как бы, они у меня посмотрят, и, возможно, присвоят себе вот это вот все, что они такие грамотные, умные. Я себе это не присваиваю, я это все просто купил, разобрал, переделал, балансировал, через себя пропустил и вам преподношу. Пожалуй, на этом все. И в двух словах для тех, кто ждет видео про мою BMW, ребята, все будет очень-очень скоро. 4.4 на механике с блокировкой. Неужели вы думаете, что мне, ну, не хочется вот взять и надавить хорошенько вот так вот, раз, и пошел. Люди просто мне заваливали вопросами: Рома, как сделать маховик, массу вопросов, и я их как бы уже немножечко по популярности подбил, и буду такие технические видео выкладывать, где я буду отвечать на эти вопросы. Ну, как опыт у меня есть, опыт личный, опыт друзей, и это все обязательно надо выкладывать. Я это, блин, постоянно в видосах повторяю, но почему-то никогда не записываю. Они будут, возможно, интересны какому-то определенному ряду подписчиков, то есть вам. Так что спасибо за просмотр, увидимся в следующих видосах. Всем пока.